Друзі, всім привіт! Я дуже люблю всякі аномальні історії. Ну, я в компанії займаюся тим, що я всякі аномалії вичеплюю. Так от, для мене особисто ця історія, вона має свою аномалію. Аномалія заключається в тому, що ми маємо BMW, BMW X3, BMW офіційний, BMW не битий, не фарбований, машина ще на гарантії 38 тисяч. І смаколик цієї історії заключається в тому, що це найдешевший автомобіль в Україні. Зрозумійте, почуйте мене, бітки з Америки, всаджені, розвалені, якось встановлені, коштують дорожче, ніж цей автомобіль, що пропонує офіційний ділер. Аномалія? Особисто для нас аномалія. Аномалія заключається в тому, що ділер заявляє, машина не бита, не фарбована, не кручена, ідеально, от хір до чого дочепитись. І мінімальна ціна по ринку. Ну що, друзі, як вам історія? Аномальна? Аномальна. Тепер заставочка і потім буде входна інформація. Тепер трошки більше входної інформації для того, щоб максимально бути в контексті. Замовник поки що не є нашим замовником, він бачить цю об'яву, він не киянин, машина продається в Києві. Звісно, що у людей, що мають 37 тисяч 500 євро, а саме такий мінімальний цінник в Україні, я вас запевню, на момент огляду дешевше немає. Так от, треба другу поїхати і подивитися цей автомобіль. Ну, з'ясувати, чи дійсно є ця машина, чи вона не в залозі, чи щось таке. По офіційній версії, ця машина, вона знаходиться у власності саме автосалона і їздить на неї також люди з автосалона. В частності, лише один водій. Машина ровна, приїжджайте дивитися. Так от, приїжджає друг подивитися і бачить трошки прим'ята двір, фарбований бампер, а в оголошенні цього нічого не сказано, машина класна, ідеальна. Ага, все, красавчики, глазасті, побачили. От вам профіт, 500 євро. Вдумайтесь, машина мінімальна вартість, а тут ще скидку дають в 500 євро. Замануха, да дуже смачна замануха. Я би сам поїхав купив такий автомобіль. І тут замовник розуміє, що треба, напевно, звернутися до людей, що займаються автопідбором, які бачать трошки більше, ніж можу побачити я. Звернувся до нас, а от тепер ми поїхали дивитися автомобіль. Друзі, що ми маємо по машині по звітам? Заходимо на Car Vertical, на всякий случай нагадаю, що внизу є посилання, натисну на яке ви отримаєте 20% знижку або ось вам промокод «Один авто» від нас до вас подарунок. Так от, копіюємо ВІН-код цього BMW, заходимо на сервіс і відразу ми бачимо, що там було пошкодження. Нажимаємо і ми бачимо, що в червні місяці 24-го року нещодавно було пошкодження на суму в середньому в 90 тисяч гривень. Окей, ми розуміємо, ушкоджений бампер, додивився друг, ми розуміємо, що там пошкоджена дверка. Так, все сходиться, все, в принципі, плюс-мінус совпадає. Невеличке ушкодження, як для автомобіля, який коштує по мінімальній вартості ринка в 37 тисяч євро. І все це ми з'ясували завдяки сервісу Car Vertical. Внизу, нагадаю, посилання є, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку, бо ось вам промокод «Один авто». А далі пропоную подивитися, а чи дійсно там все так солоденько. Так, добрый день, начинаем осмотр нашего автомобиля. Значит, по нему, по внешке пройдемся. По внешке у нас все хорошо, зазоры все на месте, фары хорошо. Здесь у нас попереду тоже все в норме, все нормально. Особых тут претензий у меня нет, и отлично. С этой стороны тоже, в принципе, ничего не выбито. Здесь более-менее. В общем, неплохо. Есть какие-то вмятины сейчас мелкие. Сейчас все глянем. Значит, начнем с крыши. По крыше у нас здесь 136, здесь все нормально, без нюансов. Торец не побитый и сколов по крыше нет. Единственное, у нас есть вот пожженная чуть-чуть химией рейлинги. Ну и весь хром он такой чуть-чуть слегка мутноватый, пожженный. Крыло заднее, левое,
тоже целая у нас без нюансов. По бамперу нюансов тоже нет никаких. Накладка у нас отлично, с ней все хорошо. В отлив у нас вмятин здесь не видно никаких. Резина хорошая, варки тоже все у нас стоит на местах. Здесь у нас все отлично, без нюансов. Молдинг у нас на месте стоит. Ну, здесь вот чуть-чуть подтарчивает, но это у них болячка, они постоянно зацепляются. Попесочено здесь чуть-чуть, но здесь все равномерно, без замен, без ремонта, без ничего. Стекла оригинал 21-21, тоже вот это вот пожженная слегка химией. Вот это такая вещь. Здесь у нас, смотрим, здесь у нас хорошо. 73. Здесь все нормально. Порог у нас не зацарапанный. В принципе, нормальный, не потертый. Ударов не было. Молдинги все стоят на своих местах, без нюансов. Пластик здесь целый, хорошо. Покрытие пола, ковер в хорошем состоянии. Коврики тоже в задавильном состоянии. Нюансов по сиденьям я не вижу. Детское кресло у нас не стояло. Ничего здесь страшного не было. Спинка водительского сиденья, пару потертостей, но не критически. Вообще так, тоннель целый рабочий. Так, по двери у нас нюансов нет никаких. Планка целая, ногтями здесь ничего не поцарапанное. Потолок целый, не разбиралось ничего, не снималось. Подушки позже посмотрим еще. Так, идем дальше. 118 118. Здесь по низу тоже все отлично. Зазоры все на месте, пластик весь на месте. Накладки вот эти верхние нормально, горизонтальные, вертикальные. Зеркало не потертое, не притертое. Здесь у нас защиты нет никакой. Сколы, ну, чуть-чуть имеются, по трассе ездила. Повторитель поворота целый, без нюансов. Дальше здесь 111. Здесь нормально. Ставочка целая, здесь все целое. Здесь тоже все целое. И очень похоже, что это женщина ездила. Что-то у меня такое ощущение. Дальше стойка средняя, целая, без нюансов. Порог целый, стойка целая. Пластик у нас не побитый. Сиденье не затертое джинсами, ничего. Диван в хорошем состоянии, боковая поддержка в хорошем. Ремни у нас заводские. Здесь отлично, клипса заводская. Пластик тоже целый, здесь все целое. Дальше идем. Дверь закрывается хорошо. Загоняем, да? Да, давайте. Куда, на какой подъемник? А, по прямой, да? Все, хорошо. Загоняем. Для загального розуміння, що відбулося, ну тут, напевно, більше для уважного глядача, що відбулося. Ті, хто нас дивляться постійно, вони розуміють, що ми спочатку цілеспрямовано оглядаємо лише кузов, потім цілеспрямовано оглядаємо салон. Так набагато важче пропустити якісь важливі дрібнички. Коли розпилюється увага, то потім дуже легко щось загубить. Але тут така ситуація, що нам кажуть: «Ей, пацани, підйомник вільний!» І ми розуміємо, що на цьому СТО сьогодні працює дуже мало людей, і нам вкрай важливо попасть в те віконце, на яке ми собі запланували. Так, починаємо осмотр автомобіля на СТО. Значить, здесь, що ми здесь можемо сказати? Видно, що бампер у нас крашений, мусорок попадається небольшой, пылинки є. Здесь все целое, здесь у нас тоже все целое, здесь все хорошо. Накладки все на месте стоят, все здесь не крашено, здесь отлично. Диффузор тоже целый, здесь без нюансов каких-либо. Здесь тоже у нас все отлично. Зазоры по низу тоже здесь ровненькие, здесь все хорошо. Дальше смотрим в арках, здесь у нас что? Здесь все чисто, все аккуратно. Здесь нюансов никаких я не вижу. Тормозные суппорта не заклиненные, все хорошо. Колодки у нас из того, что видно, сейчас померяем, но колодки здесь новые, можно сказать. Амортизатор сухой, пыльники в принципе целые. В отлив посмотрим по правой стороне, отсюда бывает видно всякие нюансы. Здесь все хорошо, кроме как вот здесь вот была вмятина, вот она бликует. Это беспокрасочно удаляли. Здесь замяли край и беспокрасочно удаляли ПДРом. Видео-то, может быть, не совсем видно. Это все у нас отполируется, надо будет заполировать. Так, в принципе, страшного ничего. По зазорам все стоит на месте. Веточек есть тоже маленькие потертости. Со временем, там, после зимы, возможно, будет полирнуть ее, всю машину, и будет у нас все окей. Так, резина, колпачок получается раз, колпачок два, три. Получается, трех колпачков нет, надо будет поменять. Поднимаем, поднимаем, да, конечно, конечно. Так,
начнем сзаду. Значит так, что здесь? Панель у нас целая, на месте, без нюансов каких-либо, следов ремонта я не вижу. Глушитель, задняя банка, здесь все с ней отлично, подвеска на месте не поломанная, внутри тоже панель целая. Дальше, под глушителем тоже все, все кожухи, все здесь нормально, все кожухи на месте, здесь хорошо, здесь тоже все хорошо. Состояние днища подвески не ржавое, в сырости где-то не стояло, алюминий не окисленный, металл не ржавый. Все, амортизатор сухой, редуктор задний тоже не разбирался. Герметики заводские, сальники сухие, пыльники у нас целые. Днище целое за редуктором. Муфта кардана целая, без нюансов, не потресканная. Бак топливный не побитый, защита бака целая. Глушитель хорошо. С этой стороны тоже защита бака целая. Здесь все отлично. Защита под водителем днища самого. Тоже здесь без нюансов. А под пассажиром тоже войлочная защита. В одном месте вот здесь вот слегка треснуло. Защита коробки целая. Коробка здесь у нас не течет. Здесь вообще все отлично. Здесь вот все, ничего не потеет. Коробка у нас не снималась. Болты не крученные. Ну, с этой стороны тоже все сухо. Здесь по коробке вопросов нету. По двигателю сверху ничего не течет. Здесь хорошо. Поддушка целенькая, лонжероны целые, рейка у нас тоже здесь по ней все без нюанса, тоже здесь банка, катализатор целый, здесь ничего не разбиралось, гофра целая, по рулевому, кстати, тоже без разборок, без всяких, все как необходимо, резина у нас не вытертая спереди, а здесь уже подвытертая на ограничителях, а здесь как на перекачанной ездили, по краям здесь хорошая, середина выжрана, перекачанная была. А здесь та же самая ерунда, да. И передняя резина под замену будет летом. Задняя хорошо, да, два колеса надо будет под замену. Что ты скажешь? Вопросов нету, да? Каких-то нюансов да. Не видно. По шаровым наконечникам все чистенько, да? Да. Ну и хорошо. Так, в принципе, все тогда. Угу. А еще знаешь, что я хотел глянуть под этим? А ну-ка, сейчас я... Еще один момент. Тут передний бампер менялся когда-то. И страховой. Ага, ну да, видно, что он менялся. Ну, подрамник не снимался хорошо. Усилитель только крутился, и все. Наконечник усилителя. Да, хорошо. Опускаем. Еще как оно в целом? Ну, плохая машина. Пойдем. Все, да, треба брать. Ну, только пришлось быстро смотреть. Ну, что сделаешь? Мы подстраиваемся под текущие условия. Нормально, хорошая машина. Ну, еще рано, в машине 2 лет еще нету. А, это же новенький, да, X3? Да, 22-го года, да. 38 тысяч пробега. Так, смотрим, у нас под капотом. Пластик у нас весь на месте, болты у нас не крученные, ничего. Пластик не царапанный, не видно, чтобы здесь ковырялись. Болты на капоте не крученные, капот у нас оригинальный, здесь все хорошо. Петли у нас не регулировались, здесь все отлично. Стаканы, амортизаторы не крутились, здесь у нас стойка не крученная. Антифриз у нас, ну, машина горячая, в принципе, в уровне. Сейчас откроем, посмотрим аккуратненько. Угу. Давление держит, нормально здесь все. Одной клипсы не хватает, да, здесь? А, ну это получается бампер, когда снимали, не доставили одну клипсу. С той стороны тоже нет, да? 2 клипс не хватает. Антифриз чистый, без отложений. Здесь все хорошо. Здесь без нюансов все. Значит, что у нас по замкам? Замки у нас, ну не вижу следов регулировок. То есть тут критического ничего не было. Бампер только, получается, сам снимали. Металлическая у нас защитка здесь тоже стоит. Здесь по ней все хорошо. Пластики по верху тоже здесь все на месте, без нюансов. Опять же, не хватает клипсы одной. Фара у нас тоже 09-01-21. Следов ремонта по фаре я не вижу. Здесь тоже у нас все хорошо. Амортизаторы не крученные. Усилитель у нас тут не крученный. Да, здесь тоже у нас все нормально. Без нюансов. Мусора у нас здесь, в принципе, немного. Посмотрим по двигателю. Двигатель, потеков у нас никаких нет ни снизу, ни сверху. Турбина тоже здесь хорошо. Актуатор нормально. Следов того, что лазили, тоже не вижу никаких. Блок АБС с этой стороны тоже не крутился, не разбирался. Здесь все отлично. Лонжерон сверху целый. Дальше здесь сам двигатель у нас. Болты не крученные, здесь хорошо. Передняя часть сухая. Дополнительный насос сухой.
Здесь ничего не разбиралось. Здесь тоже все сухо. За защитными кожухами тоже все сухо. Нюансов нет. Двигатель внутри здесь хорошо. Чистенько. Без нюансов. Так, ну, вроде бы все. Все то, что надо. Огонь. Подивились автомобиль на СТО, а тепер повертаємося до огляду самого кузова. Так, продолжим. У нас пошел дождь. Значит, что у нас здесь? У нас здесь, в принципе, все нормально. Нюансов никаких нет. Крыло у нас целое. Здесь хорошо, жабра целые. Фары у нас не текут, не потеют, светятся хорошо. Есть чуть-чуть посеченности, но критического пока ничего не вижу абсолютно здесь. Бампер у нас покрашенный, покрашенный хорошо. По зазорам у меня нюансов, ну, вопросов никаких нет. По капоту есть у нас сколы небольшие, вот раз, два. И капот у нас целый. Фары у нас тоже с этой стороны без нюансов, сухие, не текут, не потеют. Не течет она, не потеет. Здесь все хорошо. Крыло переднее. Правая. Здесь хорошо, по зазорам хорошо. Здесь у нас 114, 108, 109. Есть только вот поцарапанность, опять же от ветки. Она убирается, отполируется. Стойки у нас тоже здесь целые. По салону здесь без нюансов. Стойка целая. Здесь все нормально, здесь хорошо. Номер кузова, табличка заводская, здесь все нормально. Вот торпеди, по торпеде здесь... Все нормально, здесь отлично. Сиденье здесь тоже отлично. Дальше. Задняя дверь 131, 117, 106. Есть вмятина у нас вот здесь вот небольшая. Ну, это вот видно, беспокрасочно это все убирали. Вот оно все так вот пожеванное. Кант вывели, геометрию вывели. Здесь, кстати, молдинг не выжженный, вроде как целенький, а впереди пожженный. Странно. Дальше проемы здесь целые, без нюансов. Тут, где был притертость, все целое, без вопросов. Детское кресло не стояло. Потолок с этого края тоже не ковырялся, не разбирался. Здесь нормально. Заднее крыло целое, тут без нюансов. Фонари задние стоят в зазорах, не потеют, не текут здесь. Хорошо, бампер хорошо, крышка багажника тоже оригинал, все заводское, буквы заводские, фонари у нас по зазорам стоят нормально. Стекло на месте, плафон тоже на месте. По пластику пару потертостей есть, нижняя полка в принципе не потертая, здесь чистенькая, аккуратная, хорошо, с этой стороны вообще идеально все. Верх у нас не зацарапанный, здесь в принципе хорошо, здесь тоже все на месте. Ничего не разбиралось. Аптечка. Ниша здесь есть. Есть у нас крюк буксировочный. И у нас есть книжка. Так, снимем мы вот это. Здесь посмотрим. Аккумулятор на месте, без нюансов. Лонжерончик целый. Здесь сухо. Блоки тоже целые. Не ковыряли здесь. Никто ничего здесь не лазил, не откручивал. Ага, и еще здесь у нас закрывается, открывается все без нюансов. И идем в салон теперь. Значит, мы здесь проверяем. Тут у нас все хорошо. Экранчик целый, без нюансов. Здесь у нас тоже пластик, рояльный лак, так называемый, не вытертый. Шайба у нас рабочая. Здесь все хорошо. Дальше, что здесь еще пока читается? Электроника. Тут у нас тоже все хорошо. Подлокотник. Тут какая-то вода разлитая была. Здесь у нас не курили. Здесь у нас все хорошо. По салону здесь тоже, в принципе, тоже все отрабатывает. Все без нюансов. Дальше, руль у нас... Руль не вытертый, не потертый. Здесь нюансов нет никаких. Подушка не вытертая, кольцами не побитая. Так, ну и подсветка амбиент у нас тоже здесь работает. Так, по ошибкам у нас тут есть... Датчик. Это старая ошибка, это старая. Ну, тут все старые ошибки, тут это неактивные. В принципе, все. Так, все, сейчас тогда попросим, пусть проедемся и все.
друзі, апофеоз цієї історії заключається в тому, що це аномалія. Машина, насправді, абсолютно нормальна. Да, причавили, да, скинули. Ну, перша особливо для мене аномалія в тому, що ділер офіційний аж 500 євро скинув. От раніше ще... Півтора роки назад це було неможливо. Є ціна в гривнях, пішов нафіг. А тут 37 500, що 37? Давай швидесенько берем. Ну, там насправді було заявлено, знайдено, що один бампер фарбований, потім ми знайшли, що ще один бампер фарбований, і все. Ну, треба поміняти два передні колеса, але колеса – це розхідник. Так от, особисто для мене це аномалія. Нормальний автомобіль нижче рівня плінтуса. Таке рідко буває, дійсно, іноді буває. У нас часто люди заходять, я готов спробувати. Ми дуже не радимо цього робити, але таке іноді буває, коли дивишся автомобілі по низоринку, а там ба-бац і проскакує отакий смаколик. А ще одна аномалія, смаколик цієї історії в тому, що цей автомобіль, він знаходиться на гарантії. А з'ясували ми цю історію після того, як ми захотіли зробити ендоскопію. Ділер каже, окей, пацани, ендоскопія так ендоскопія, не питання, але не ви будете її робити, а ми, тому що цей автомобіль на гарантії. Ми, окей, клас, давайте зробимо, у нас зараз певна завантаженість, через 9 днів приїжджайте і зробимо. Ми попередньо подивилися, ніяких нема прецедентів для того, щоб туди лазити, ну тим паче цей мотор, він цим не страждає, але все одно, хотіли б просто заглянути, ну знайти вже хоч щось. Але ділер на себе забрав цю історію, якщо щось, машина на гарантії і ми будь-що вам зробимо. Приїжджайте через 9 днів, зробимо вам ще ендоскопію. Замовник не став ждати, він цей автомобіль придбав. Якщо вам треба оглянути автомобіль, ви знаєте, що робити, внизу написано під кожним відео, всі наші контакти, розмови у нас безкоштовні, тому... Як то кажуть, ласкаво просимо, напишіть свої думки з цього приводу, що ви думаєте, як так сталося, що офіційний ділер поставив мінімальну ціну, тут ще поторгувався, видав автомобіль на гарантії з пробігом лише в 38 тисяч, з єдиним недоліком по задній правій двері, де вони ПДРом намагалися витягнути, але в них не дуже добре вийшло, і треба поміняти два передні колеса. Все. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогі. Всім пока-пока.